А сегодня Юрий Поляков провел рабочий день в Виноградном сельском округе. Здесь он провел личный прием граждан. Перед этим глава Анапы осмотрел ход работ по ремонту дорог, сельский клуб и недавно открытый отдел краеведения. По сути говоря, это сельский музей. Здесь собраны действительно уникальные экспонаты и документы, рассказывающие об истории поселка. Вот, а сейчас новый проект. Отреставрировал пару патефонов. И вот у нас сейчас уроки, которые проходят, мы уже... Под скорость, вот 78 оборотов. Вот темная ночь, пожалуйста. У нас мало таких людей, но слава Богу, что они есть. И давайте мы вместе с вами, может, вы нам что-то подскажете. Мы хотим наш город воинской славы, чтобы мы хорошо отметили 75-летие Победы. До начала приема с 2 часов дня в холле местного дома культуры работал консультационный пункт. Здесь жители округа могли получить консультации специалистов администрации и руководителей городских служб. На личном приеме главы Анапы основные вопросы касались ситуации с энергоснабжением и ремонтом дорог. Более подробно мы об этом расскажем завтра в нашем выпуске новостей.